Главное качество беспроводных ТВС-наушников Shanling MTW-200 TWS – это удобное использование, яркая внешность и детальное звучание. Обтекаемый кейс для хранения и зарядки из металла с матовой отделкой. Корпус наушников из матового пластика с металлической вставкой с логотипом производителя. Назвать наушники самыми компактными я не могу, но в ушах они сидят очень комфортно. В этом заслуга формы и амбушюр. Вакуумная конструкция позитивно отразилась на пассивной шумоизоляции, которой мне вполне хватает на шумных улицах города. Управление заключается в тапах по сенсорным панелям. Они отзывчивы, пользоваться ими удобно. Зарядный футляр из цинкового сплава, пользоваться им тактильно приятно. Его сборка мне нравится, смело могу назвать ее добротной. Крышка мягко откидывается и издает приятный щелчок при закрытии. Работа наушников построена на современном DSP-процессоре Qualcomm QCC3040 и модуле Bluetooth 5.2. Поддерживаются аудиокодеки SBC, AAC и APTX. Вышеуказанный чип отличается стабильностью приема сигнала и завидной энергоэффективностью, что вылилось в лучшую автономность. При полном заряде аккумулятора наушники живут до 9 часов в режиме прослушивания музыки. Зарядный футляр хранит в себе еще 4 полных заряда батареи. MTW-200 быстро и беспроблемно соединяются с телефоном практически моментально. Хорошая новость для любителей заниматься спортом под музыку. Здесь предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX4. Что касается гарнитуры. В наушниках по 2 микрофона на канал с шумоподавлением во время звонков. Микрофоны четко улавливают речь и стараются отсекать окружающие звуки. Главное качество беспроводных ТВС-наушников Shanling MTW-200 TWS – это показатели автономности, удобства использования, выразительная внешность и насыщенное информативное звучание. За воспроизведение музыки отвечают динамические излучатели с 10-миллиметровой ультралегкой композитной диафрагмой. При прослушивании становится понятно, что модель получила собственный звуковой тюнинг. Они максимально раскрывают потенциал треков и претендуют называться мультижанровыми наушниками. Умеренная басовитость, подкрашенная подача с теплыми тембрами и легким уклоном в эмоциональность. 200-е ТВС-ки показывают читаемую широкую стереопанораму, звонкие, но не резкие детальные высокие частоты, мелодичную середину. Наушники действительно звучат вовлекающе. Послушать и купить Shanling MTW-200 вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.